Друзья, всех вас приветствую на моем канале. Меня зовут Артур Романов, и сегодня я вновь поделюсь для вас бесплатным и качественным прогнозом. От вас же я жду поддержки в виде пальца вверх, ведь так вы помогаете каналу развиваться. Сейчас же мы с вами вернемся к самому бою. Между собой встречаются два легендарных боксера. Это Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Но перед тем, как я начну разбор, друзья, хочу вас всех предупредить о том, что все свои ставки я делаю исключительно в букмекерской конторе MLBet. Ссылку на нее я оставлю в закрепленном комментарии. Также по промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению. То есть, если вы пополните на 1000, получите 2000, если же на 10, то 20. Я думаю, от такого бонуса никто не откажется. Вернемся к бою. Несомненно, оба этих боксера просто легендарны. В этом разборе я не буду сильно долго затягивать. Я скажу лишь определенные факторы, которые повлияли на мой итоговый исход. В чем сила Роя Джонса, по крайней мере такого, которого мы с вами знаем? Основным его преимуществом была скорость и ловкость. У Майка Тайсона тем временем основным преимуществом является просто нереальная сила удара. И мы все с вами прекрасно понимаем, что с возрастом спортсмены, боксеры теряют в первую очередь свою скорость, а уже потом силу. Соответственно, у Тайсона в этом плане есть небольшое преимущество. Также стоит отметить, что матч будет проводиться в формате из 8 раундов по 2 минуты на каждый. Как отметил сам Рой Джонс, этот формат больше подходит для Тайсона. Как сказал Рой, при такой длительности у него не будет возможности вымотать Тайсона и уже после чего сделать свою работу. Плюс ко всему, я думаю, уже каждый из вас, по крайней мере большинство, видело во всех соцсетях, в Ютубе, в какой форме сейчас находится Тайс. Учитывая свой возраст, он сейчас очень хорош. Я думаю, вы уже поняли, к какому исходу я вас веду, однако перед тем, как я его озвучу, напомню вам кое-что. Друзья, все свои ставки я делаю исключительно в букмекерской конторе MLBet. Эта контора обладает самой широкой линией в СНГ, и там вы найдете абсолютно любой матч и любой исход, который вам по душе. В том числе и сегодняшний бой. Ну а моим прогнозом в этом матче будет победа Майка Тайсона. Сейчас увидите ее на экране. Я же, друзья, вас всех еще раз попрошу подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, нажать на колокольчик, чтобы одними из первых получать прогноз. Ну а если же вы хотите получать больше ставок, как по линии, так и в лайве, то подписывайтесь на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылку на него я оставлю в описании. Ну а с вами был Артур Романов, и это мой прогноз на сегодняшний бой. Всем удачи, всем пока!